Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня версия номер два препарата «Дымок». Это продукт, выпущенный в Китайской Народной Республике. Производитель его – Народный научно-исследовательский институт целебных трав в китайской медицине провинции Гуйчжоу в том же самом в Китае. Форма выпуска – флакон 24 мл, вес упаковки 80 грамм. Срок годности данного продукта – 3 года. Это сильнодействующее натирание, китайский дымок, представляет собой ноу-хау провинции Гуйчжоу, рецепт которого полностью не разглашается. Известна лишь только некоторая часть компонентов, среди них животного происхождения – саламандра, пчелы, скорпион, саранча, дикая кобра, черный паук, черная змея, также змея, золотое кольцо и растительные продукты, растительные компоненты. Это эфирные масла, а также, собственно, детали лекарственных растений, таких как камфорный лавр, розмарин лекарственный, тимьян, эвкалипт, экстракт черного перца, ну и некоторые другие. Это до чрезвычайности эффективное средство, предназначено исключительно для наружного местного применения. Натирание нужно производить 2-3 раза в день, после чего обязательно вымыть руки во избежание попадания лекарства в пищеварительный тракт. Что лечит данное средство? Это уникальное тибетско-китайское натирание восстанавливает кровоток в больном месте, снимает отеки и боль. Оно успешно применяется в крайне сложных случаях для лечения артрита, ревматизма, ломоты костей, защемления седалищного нерва, паралича конечностей после инсульта. Кроме этого, с помощью китайского дымка избавляются от варикозного расширения вен, шпор, ожогов, ушибов, порезов различной тяжести. Это натирание работает там, где надежда на исцеление уже практически потеряна. Способ применения. Нужно натирать больное место 2-3 раза в день, исключительно только наружно, местно. Внимание! Запрещено принимать внутрь. Как уже сказала изготовитель КНР, провинция Гуйчжоу, НИИ лечебных трав в китайской медицине. Говорят, что при применении данного продукта идет дымок от того места, куда оно нанесено, но... Попробуйте, сами увидите, пойдет дымок или нет. Желаю вам крепкого здоровья, удачного использования данного продукта, если кто-то заинтересовался им, и всего самого-самого доброго.